Визначна подія у медицині. У Запоріжжі провели унікальну трансплантацію, яка врятує життя 4 запоріжцям. Лікарі обласної клінічної лікарні разом із київськими колегами зробили мультиорганний забір. Серце, печінка і 2 нирки були вилучені лікарями у 47-річного донора, який помер від інсульту. Першочергово спеціалісти зробили пересадку серця 38-річному пацієнту. Эта операция будет в какой-то степени исторической. Во-первых, она была очень сложной. Наш реципиент перенес до этого 2 операции на сердце, и технически было эту операцию делать очень сложно. И у нас не больше 3, максимум 3,5 часов есть на все про все, на забор, на выделение, на вшивание и на то, чтобы открыть аорту и запустить в сердце кровь. Так вот, в условиях этого ограниченного времени нам пришлось сделать такую сложную операцию. Мы вложились в 2,5 часа, слава Богу, и все прошло гладко. Загалом операція тривала більше 7 годин. Лікарі приступили до неї вночі і закінчили о 7 ранку. Завдяки оперативності та колективній праці медики отримали гарний результат. Пацієнт вже прийшов до тями. От зараз операція, которую мы выполняли с Борисом Михайловичем, пациент уже в реанимации, а я вот только вышел с операционной, сейчас возвращаюсь туда, мы заканчиваем трансплантацию печени. Сложная операция тоже. Тоже удаление печени самое сложное, да? А потом, когда мы закончим уже с печенью, мы возьмем еще 2 пациентов, которые будет выполнена трансплантация почки.